На самом деле, первая моя встреча с классом была очень даже забавной. Прихожу, значит, на первый этаж, стоят эти маленькие девчонки и мальчишки. И я пыталась показаться такой грозной, строгой, я же учитель. Вот. Они были напуганы жутко, как и я, собственно. Я запомнила навсегда этот день. Был один ученик, которого сейчас нет. Он принес в школу шокер и ходил, всех бил. Все сидят на уроке, тишина, я залазю под парту. И чучхеля бью этим электрошокером. Он подскакивает и побежал по всему классу. Сидели мы на уроке математики, и внезапно начал орать гимн Украины. И многие встали и приложили руку к сердцу. Мальчик принес на урок вейп. И начал его курить. Прям на уроке. А его спалили и сказали, что ты выиграешь. Получается, играли в баскетбол, и с нами решила сыграть Виктория Александровна. Она решила забить мяч, и у нее это неудачно получилось. Она погнула кольцо. Через 10 лет я вижу себя супер-мега успешным человеком. Не в Белгороде однозначно, где-нибудь там в Москве, в Питере. Буду работать, хочу, по крайней мере, работать хирургом. Великолепным шеф-поваром в Италии, потому что хочу научиться готовить и пойти на кулинарную. Либо я стану дизайнером, либо ветеринаром. Человеком в погонах, то, что мне это нравится, у меня есть цель. Потому что военным разрешен электрошокер. Да никем, мне бы дожить до 18 лет. Через 10 лет я вижу себя дворником. Не сдам экзамены и никуда не поступлю. Оператором станка ЧПУ, потому что работать на токарном станке удобно. Ну, я такая нормальная женщина, уже там муж, богатый, ребенок, все дела. Я себя вижу бизнесменом, который катается на крутых тачках и снимает девочек. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Tell me, do you wanna go where it's covered in all color lights, where the runaways are running the night, impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. Первое, что хочу сказать про Викторию Александровну, она очень веселая, она очень часто подшучивает, и это бывает очень смешно. Если она за что-то берется, она делает это прям хорошо. Ей очень важно сделать это прям реально классно. Друг тебе становится она. Ну, типа, у меня так никогда не было, я думаю, как и у всех не было, то, что просто классный руководитель становится тебе, типа, ну, там, другом. Кушали вместе доширак в этом же классе, часто подкалываем друг друга, это обычное дело. Как наша вторая мама, что ли, модная. Она классно одевается. Очень эмоциональная, стерва. Она вас очень сильно любит, хотя этого на самом деле не показывает. Это более массивная Марианна Ро. таким же характером. Каждого ребенка она готова прикрыть своей задницей. It's a trap. Я очень сильно к ним привязалась, не думала, что так вообще возможно, если честно, стать друзьями. Я всегда пыталась создать детям благоприятную атмосферу, как я думала, но я очень много кричу, я думаю, что они в интервью это все рассказывали вам, но я всегда кричу по делу, как я считаю. У нас было очень много и смешных моментов, и грустных, но мы всегда это переживали очень позитивно. Get your booty on the floor tonight, make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, to stay, get your booty on the floor tonight, make my day. Я часто выбираю в классе, потому что я часто косячу. Ну, мои косяки, я там... Ну, я не делаю без комментариев. Ну, типа, изначально вообще, когда в класс пришел, нравилась Катя, потом Марина, и в конце, вот до сих пор, Марина. Блин, просто мы сейчас за кадром тебе объяснить это? Типа, все думают, что реально я ей предлагал, но историю настоящую рассказывал только некоторым. Просто ты 100% ты ей покажешь, ну ладно. Короче, просто ко мне друг приходил, и пока я готовил жрать, он на моем языке, за моим компом писал левым девочкам, и там была как раз таки Ирина, потому что недавние переписки с ней были, и он ей написал, а я, типа, сказал то, что это сестра написала. Ну, типа, не знаю, как про это рассказать. С Викторией Александровной мы любим кусаться, потому что мы любим друг друга, но на самом деле на вкус она жирновата. Самое главное, то, что мы научились друг от друга чему-то новому, сделали какие-то выводы. И хочу извиниться перед каждым из моих любимых кусочков моего счастья, если я обидела вас. Но желаю своему классу в будущем, чтобы все достигли своих целей, у всех все получилось. Жениться и завести побольше деток. Найти себя. Ждать уга и найти нормальную профессию. И еще больше сдружиться и лучше общаться. Ведь главное в этом мире – это доброта и позитив. Чтоб все выжили, жили долго и счастливо. Реализуйте все свои мечты, никого не подводите и не берите ипотеку.